Огромное спасибо за зеленую нить. Ношу 2 месяца, боли прошли. Ставили ущемление в 3 местах и 2 грыжах. Никогда бы не поверила после всех болей, что были у меня. Спасибо за то, что вы есть в моей жизни. Большое пожалуйста. Меня за то, что я в свое время выпустил семинар, который называется «Лечение зелеными нитками», настолько сильно заклевали, вы даже не представляете. Мне писали письма: мы тебя посадим, мы заведем на тебя, ты у людей забираешь возможность быть здоровыми. Этим людям необходимо делать операцию. Как ты можешь? Ты бессовестный. Я получаю сотни писем периодически, в которых пишут, что я мошенник, шарлатан, сволочь, убийца людей, там, шантажист и так далее. Я могу сказать, что из этого правда, а что неправда. Вот неправда в том, что это неправда. Вернее, правда в том, что все это неправда. А где же в этом всем правда? Я могу сказать, что зеленая нить помогает. Зеленая нить помогает, а они просто не разбираются в этом. Даже для тех людей, которые говорят: да мы не верим в эту всю эзотерику, это полная ерунда. Тогда хочу спросить у этих людей следующие слова. Хочу спросить, как бы задать такой вопрос. Скажите, почему одним людям везет, а другим не везет? А что, не бывает такого? Одному везет категорически, а другому не везет тотально. Тогда скажите, почему одному везет, а другому не везет? Является ли везение ключевым доказательством того, что эзотерика работает? Конечно. Вот можно научить человека везению, вы представляете? И после этого человеку будет везти. Почему? Потому что он что-то знает, что он прошел первую, вторую, третью и так далее ступени школы Кайлас. Рядом со мной, когда люди начинают жить, они начинают удивляться. Почему? У меня всегда все продается. У меня всегда везде все получается. Чем бы я ни занялся, вот посетил поле, хотел посадить картошку, там решил заняться бизнесом. Чем бы я ни занимался, это все обязательно начинает приносить хорошую прибыль, развивается, расширяется и так далее, и так далее. Почему так происходит? Потому что я эзотерик. Если я эзотерик, то я знаю все для того, чтобы у меня так получалось. Благодарить зеленую нить, сама излечилась, теперь людям советую. Можно? Можно. Здравствуйте.